Найдите значение квадратного корня из 1%. И даны на выбор 4 варианта ответов. 0,1%, 1%, 10% и 100%. Для извлечения квадратного корня из 1% необходимо вначале записать эти проценты в виде обыкновенной дроби. По определению 1% это 1 сотая доля от целого. А это значит, что квадратный корень из 1% будет равен квадратному корню из 1 сотой. Корень из числителя, то есть корень из единицы равен 1. Корень из 100 равен 10. И теперь нам нужно от 1 десятой вернуться назад к процентам. Для этого удобно умножить числитель и знаменатель дроби на 10. То есть в результате мы получим 10 сотых. Но 10 сотых это все равно, что 10 умножить на 1 сотую. А 1 сотая равна 1 проценту. То есть 10 мы умножаем на 1%, получаем 10%. Пишем ответ. Квадратный корень из 1% равен 10%. То есть мы выбираем ответ под номером 3. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк и обязательно напишите несколько слов в комментариях к этому видео.